российском рынке уже больше 20 лет. Наверное, мы сейчас одна из самых крупных немецких компаний, которая занимается ламинированными покрытиями. Трудно сказать, куда уходит мода в России, потому что она всегда была весьма традиционной. Русский покупатель, он весьма консервативен и в основном упирается в различные оттенки дуба. И, в общем, конечно, изменить русского покупателя очень сложно, изменить его отношение. Мы обращаем внимание, что, может быть, за счет дизайнерских каких-то уже решений в России, за счет развития дизайнерской работы, начали люди интересоваться более какими-то экстравагантными коллекциями, экстравагантными декорами. Они начали понимать, что ламинат – это продукция, которая не только хорошая и прочная, но еще и может быть очень дизайнерски интересная. И поэтому, конечно, все компании, в том числе и наша, стараются придумать что-то новое, что-то интересное. Последнее предложение, которое мы делали на выставке в Ганновере, которое мы делаем сейчас, это виниловые полы, это арт-винил, это ламинат на основе виниловых покрытий. И мы считаем, что в ближайшие несколько лет за этим будет будущее. Думаем, что мы, как всегда, будем идти впереди всех и эти инновации применять, и они найдут своего покупателя.